А перед просмотром этого видео обязательно подпишись на мой канал. Также рядом с подпиской есть колокольчик, нажав на который вы будете получать уведомления самыми первыми. И, конечно же, не забываем ставить лайки. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство. Ребята, с вами, как всегда, Юра. И мы продолжаем играть в игрушку Swamp Attack или Охота на болоте. Так, ребят, забираем все, что нам нужно. О, ребята, отлично, мы взяли в награду перчик. Я так долго его искал. Так, ну что ж, дорогие друзья, поехали. Мы с вами уже дошли, в принципе, до 18 уровня, но с самим бобром мы еще не сражались. Ребятки, почему мы не сражались с боссом? Мы не сражались с боссом по одной простой причине, потому что у нас просто-напросто нету денег для того, чтобы купить себе в экипировку оружие и каких-то бомбы, может даже коктейли Молотова. Собственно, ребят, я считаю, что нам нужно это все купить. А для того, чтобы это все купить, нам нужно проходить вот эти мини-уровни. Так, ребят, ну что ж, поехали вот с первого уровня. Давайте начнем. Прекрасный вечер, ребята. Ого, ребятчики, прекрасный вечер. Вы только посмотрите, сколько идет крокодилов. Вот это прекрасный вечер. Почему так много-то, а? Опять идут, ребята, вы только посмотрите, какие они злые. Как их много здесь. Давайте еще разок. Раз, два, три, четыре, пять. Отлично, отлично, отлично. Все, ребят, одним выстрелом троих крокодилов сразу мочканули. Неплохо, да? Так, давайте замочим всех вот этих вот зеленых тварей, которые пытаются, ребятчики, напасть, собственно, на наше болото. О, ребятчики, мы нашли 32 патрона УЗИ. Это довольно-таки неплохо, скажу я вам. Так, ну что ж, перезарядили неплохо, отлично. Заряжаем. Ого, идут, идут, ребятчики, много идет опять их. Вот это да, вот это, ребятчики, война. С помощью, ребятчики, мини-уровней мы с вами сейчас заработаем репутацию, заработаем много денег. И, я думаю, купим много экипировки для нашего бобра. Чтобы одолеть бобра босса, ребят. И пройти все-таки этот эпизод и перейти, ребятчики, к второму эпизоду. Так, ну что ж, дорогие друзья, неплохо. Заработали мы с вами 1500 монет практически. А если быть точнее, ребят, это 1310 монет. Так что давайте, ребятки, перейдем к следующему уровню небольшому. Так, ну что, я пока абсолютно ничего, ребят, не буду покупать. Я все это, ребяточки, оставлю на потом. Сейчас мы все мини-уровни пройдем. Так, ну что ж, ребят, зажигаем, называется, уровень. Да сколько же можно зажигать-то, а? Я уже, по-моему, зажег все только что можно, а? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Заряжай! Огонь! Так, ну что ж, ребят, неплохо. Вроде бы крокодилы потихонечку начинают умирать один за одним. А мы продолжаем, ребяточки, играть в нашу игрушку. Раз, два, три, четыре, пять... Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Вау, ребята. Посмотрите, сколько их идет. Я реально не успеваю перезаряжать ружье. Перезаряжаем ружье, пока идут новые. А новых уже, ребятчики, довольно-таки много. Так что давайте будем стрелять уже новых. Опять. Ого, вот это крокодилов, ребят. Я еще такую огромную толпу крокодилов, ребятчики, нигде не видел в мини-уровнях. Вот это да. Сейчас вот с помощью УЗИ, ребяточки, перестрелим. А, закончились патроны у меня к УЗИ, ребята. Уже практически уровень прошел. А, давай перезаряжай быстрее. О, ребята, черепахи. Это самое, что я ненавижу. Я ненавижу, ребяточки, черепах. У них пансеры вот эти настолько мощные. Их очень трудно, ребяточки, пробить, честно. Так, ну что ж, довольно-таки неплохо, ребята. Бабах, 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 бабах. Давайте вот всех вот этих черепах, вот, ребячки, которые скрываются за панцирами. Давай, стреляй быстрее. Вау, ребята, у меня просто-напросто нету ни времени, ни сил на то, чтобы их и одолеть. Сейчас посмотрим, что это будет, ребят.
Что, ребята, они начали хавать мой дом. О, нет, ребята. Все, ребятчики, наконец-то мы немножко смогли хоть немножко отбиться от них. О, аптечку получили, ребят. И у нас теперь восстановились жизни. Опять эти черепахи. Ребята, как же я не люблю черепах. Это худшее, что может только быть. Реально. Ого, вот это их много. Вот это да. Да все, мой дом съедают. Мой дом съедают, ребята. Давайте вам сюда вот так вот приду. Ребячки, реально. Все, ребят, у меня абсолютно нету ничего, чтобы я мог... Ого! Прикрыть, ребят. Несподівано велика. Готуй тарілочку побільше, бо це яєчна локшина Ролтон зі справжніми овочами. Кукурудза, горох, зелень. Лололу. Так, ну что ж, ребятчики, давайте теперь посмотрим дальше. Так, что у нас есть? У нас есть 2,5, ребятчики, тысячи монет. И я хочу вам сказать, что можно купить боеприпасов к автомату и к УЗИ, в принципе, можно накупить. Так, ребятчики, давайте еще раз, наверное, подзаработаем денег на уровнях вот этой сложности, на мини-уровнях. И, наверное, будем готовиться к битве с боссом, ребят. Перчик мы оставим для босса, ребят, конечно же. И патроны тоже. Так, что-то я не вижу монет-то, ребят. Монеток маловато-то. Опять черепахи, ну капец. Не люблю, ребятчики, черепах. Кто угодно, пускай идут хоть с кастрюлями на голове, но черепах, ребятки, я просто ненавижу. Они так быстро добираются до моего логова, ребят, и начинают там просто... Вот, посмотрите, что... Вот посмотрите, что творится, ребят. Как они съедают все у меня. Вы только посмотрите, ребят. Я не успеваю вообще ничего делать. Они добрались до меня. Ребята, они до меня добрались. И меня опять во второй раз сожрали. Так, ну что ж, дорогие друзья. Сколько у нас здесь есть всего? Давайте посмотрим. У нас есть 400. Это означает, что мы можем, ребятки, купить 2 взрывчатки. И тоже оставить, собственно, на потом. Так, ну что ж, дорогие друзья, давайте покатим. И куда мы покатим? Сюда давайте. А, мы только что здесь были на третьем, да? Опасность с болота. Ну да, ну ничего. Ребят, таким образом мы с вами сейчас пройдем еще пару уровней и заработаем довольно-таки много монет. Заработаем много очень монет, и я думаю, мы сумеем победить босса. И все-таки перейдем на второй эпизод, где мы сможем сражаться уже с другими бойцами. С новыми, я так думаю. Так, ну что ж, кто следующий? Неплохо. Еще раз. Ребята, ну что ж такое, меня опять съели, я не успеваю перезарядить ни одно оружие. Очень-очень быстро меня съедают, ребят, такого еще реально не было. Я всегда вроде бы более-менее, дорогие друзья, пытался играть и выигрывать. Но так получается, что в последнее время нас, ребятчики, бьют и бьют. А бьют, ребятчики, крепко. Так что давайте с вами выберем сейчас на карте, наверное, вот тут вот мы еще сможем, да, подзаработать нормально деньжат. И таким образом, ребятчики, мы с вами...
убить этих злых ребятчиков и хороших крокодилов. Ну да, тут, я думаю, монет можно собрать нормально для высшего уровня. И накупим, ребятчики, взрывчатки для бобра, который, ребяточки, будет идти. И возьмем холодильников побольше, чтобы замораживать их, чтобы убить. Короче, ребят, мы к бобру подготовимся с вами сейчас очень круто. Сейчас полностью все набьем, ребятки. У нас автомат, смотрите, уже на полную катушку, да? Мы набьем с вами не только автомат, мы набьем с вами еще и УЗИ. А еще лучше, наверное, мы просто улучшим автомат, да и все. Мы сейчас посмотрим, сколько нам будет хватать денег для всего этого счастья. Так, у нас есть перчик для перезарядки. Это уже отлично, я считаю. Это он нам пригодится для того, чтобы стрелять в бобра, пока бобер будет идти к нашей площадке. Ба, ребята, идут, бобры идут, кушают меня все. Ай-яй-яй, опять едят, на-на-на-на. О, ребята, отличненько, мы с вами прошли уровень и заработали нормально баблишко. Так, ну что ж, дорогие друзья, давайте теперь посмотрим, сколько мы чего можем купить. Так, я считаю, у нас 800, ребятки, мы еще можем купить вот три вот таких вот штучки. Это просто супер. И, в принципе... А сколько у нас улучшить нужно? Это 3000, да? Я понял. Улучшить боеприпасы. Так, ну что ж, дорогие друзья, наверное, мы с вами и так уже сможем одолеть этого бобра. Давайте посмотрим, ребячки, готовы ли мы, так сказать, к бою или нет. Ну что ж, поехали, ребята. Так, ребячки, ну что ж, бобры, вижу, уже идут. Идут маленькие бобры. Это уже, ребячки... Это не есть уже хорошо, ребятки, когда уже маленькие бобры идут, потому что сейчас где-то тут будет уже и большой бобер, я так думаю, ребят, которого нужно будет мочкануть, ребят, потому что он перейдет нашу границу и просто-напросто нас уничтожит. Так, ну что ж, один коктейль молотов, ребятчики, мы только что с вами заработали. Это нам разработчики оставили для того, чтобы, наверное, мы с вами смогли быстрее справиться с этим боссом. Но сейчас мы с вами посмотрим, как это точно будет работать. Ого, довольно-таки нелегко, ребятчики. Ого. Да меня сейчас едят, да что ж такое-то, а? Я не понял. Ребята, ты что? Вот это да, у меня все жизни съел. Я не ожидал, что так будет, ребята, ну куда это годится? Просто-напросто, это никуда не годится. Я не ожидал, что такое будет. Придется холодильник бросать, мало холодильника, ребята. Надо было больше холодильников, ребят, чем два холодильника маловато, видите? Надо было штук 5 холодильников, тогда мы смогли бы отбить эту атаку. Так, ребятки, ну что ж, вот уже двигается босс к нам. Давайте заряжаем оружие наше. И давайте, наверное, его заморозим, ребяточки. И давайте его закидаем. Вот такими вот гранатами. И вот такими вот огнем, ребяточки. И вот так вот, дорогие друзья, мы с вами его должны расстрелить. Ребята, он забирается уже к нам. Да что ж такое, а? Я абсолютно не понимаю, ребятки, что происходит. Мы просто-напросто половину жизни мы расстрелили его, а половину нам еще не хватает. Было бы у нас побольше, ребятки, всего. Нет, ребята, я не хочу умирать. Все, ребяточки, я проиграл, ребят. Так, ну что ж, ребят, не будем отчаиваться, дорогие друзья. В следующий раз обязательно с вами пройдем этого босса. Так что, ребятчики, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.